Бирск – спортивный город. От мала до велика горожане занимаются физической культурой и спортом. Сегодня мы расскажем о любительском лыжном клубе, основной костяк которого – участники в возрасте 50+. Подробности далее. В начале нулевых правительство Российской Федерации выработало программу по развитию физической культуры и спорта. Один из ее главных пунктов – это создание любительских спортивных клубов. В Бирске такой клуб начал зарождаться в 2009 году, когда ветераны БМЗ одержали победу в Кубке сезона по лыжам. И дальше вот эта команда стала развиваться, и в результате в 2011 году при содействии тогдашнего президента Федерации лыжных гонок Амира Гареева мы учредили кубок его имени и стали проводить до 12 стартов вот такого формата в сезон. А в 2012 году создали в соответствии с законом о физической культуре Российской Федерации общественное объединение «Любительский лыжный клуб». Сейчас любительский лыжный клуб насчитывает порядка 50 человек, причем половина из них – это жители Новосибирска и Искитима, остальные – бирчане. За 5 лет существования организации наши спортсмены достигли больших успехов. В сезоне лета 2017 года выиграли с подавляющим перевесом большой летний кубок по видам кроссовому бегу, акватлону, триатлону, велокроссу и так далее, опередив почти на 30% все остальные любительские команды Новосибирской области. Помимо соревнований, у участников клуба есть и другие дела. Например, помощь лыжной базе «Метелица» в подготовке трассы и общем благоустройстве. В минувшие выходные на открытии зимнего сезона заслуги клуба отметили, а Владимиру Головину вручили приятный презент. Это заслуга всего нашего коллектива! Вот настоящий. Еще раз огромное спасибо клубу лыжников «Метелица»! Наградили и еще одного участника клуба. В этом году Евгений Михайлов стал победителем чемпионата России по лыжам среди ветеранов. Ему вручили знак мастера спорта по лыжам. Евгений Ильич отмечает, спорт занимает большую часть жизни. Ну, как все мальчишки, я начал заниматься со школы, потом техникум. Лыжный спорт – это для меня увлечение. Но это и здоровье для всех. Мы же в Сибири живем. Это самое главное, что это... Ну, ребята, это здоровье. Приходите, занимайтесь с нами на лыжную базу «Метелица». Я это призываю всех ветеранов, потому что надо двигаться. Сейчас ветераны любительского лыжного клуба принимают участие в Кубке Амира Гареева. Многие спортсмены не ограничивают себя лишь лыжами, соревнуясь в волейболе, а также различных летних видах спорта.